Всем привет, народ, с вами Casual Games, и сразу хочу извиниться за задний план, так как мне было лень снимать какой-то геймплей, так что я пока что вставлю, как я открываю 14 каких-то боксов. Решил сделать я этот видеоролик, потому что хотел себе купить голды, так сказать, подешевле и побольше. И в итоге полез в интернет, полез на YouTube и начал все читать, там искать. Наткнулся на сайт bulldrop.net, и оказалось, его владелец это никто иной, как сам ютубер по имени BullTrade. И первое, а как я считаю, самое лучшее доказательство того, что он владелец сайта, ну или по крайней мере автор-соавтор, это то, что он как бы его и рекламирует в своих видеороликах. Ну ты и лох. А я закинул всего 1 рубль на сайт Bulldrop и выбил вот такую вот сосочку. Видел видео, где люди делали проверку этого сайта, и я такой, мне хочется тоже как бы голды, и хочу немножко похайпить. Да и к тому же, как бы, что на заре существования, то есть что в начале существования стендоффа, что когда он уже, наверное, будет мертвым, как бы все равно люди будут пытаться выгодно купить голду. Так что вот, видите, сколько у меня подписчиков, я не думаю, что мне они какой-нибудь суперсервис, подкрутку там будут делать. Ну, во-первых, я не буду кейсы открывать, а во-вторых... Ну, блин, 6 подписчиков, да и к тому же я первый раз у них, так что, ну вот, посмотрим, так что это самый честный, объективный, а главное, неподкупный будет отзыв. Так, вот, я сам зашел на сайт, я уже зарегистрировался за кадром, так что мне придется сейчас только войти, и войду я через ваш любимый ВКонтакте. Закидываем деньги на сайт, я закину 1000 рублей, ну, так, по стандарту и по красоте. Конечно, я буду все делать через Киви с минимальной комиссией в 2%. Готов. Теперь обновляем страницу, и вот деньги у меня уже на балансе. Осталось только конвертировать рубли в золото. Берем всю эту 1000 и сейчас посмотрим, сколько у нас получится. Нифига себе, 1289 золота. Ну, это, кстати, хайпово достаточно таки. Давайте эту сумму выведем. Вот написано, что обмен прошел успешно. Давайте теперь выводить, что ли. Ага, вот и инструкция по выводу золота. Ну, давайте сделаем ее, что ли. Пишем, сколько золота мы хотим выставить. Ну, давайте выставим все, что у меня было. 1289. Там еще и 47. Так, они говорят, выставить SM 1014 Wave за... они, похоже, даже комиссию на себя берут и за тебя посчитали. Понятно, в общем, давайте выставим Wave за такую вот сумму в голде. Ну, так, сколько там было? 16.11, это точно помню. Какая там, подождите, сейчас посмотрим еще. А, вот, 84. И... Что за хрень? А, надо на запятую заменить. Ну, вот в общем. Так. Угу. Все. Да блин, что за херня? А, я опять точку поставил. Так, вот, все, запятую поставил. Сейчас. Вот, да, все работает. Сейчас тогда выставляем. Так, дальше нам нужно аватарку своего профиля стендов вставить. Все, давайте нажмем кнопку вывести. Оказалось, этот сайт тупо не работает с дробными числами. Гениально, отлично, но хотя бы у меня вот столько есть, так что смогу вывести. Нет? И как вы догадались, мне пришлось перевыставлять другую цену на дробовик. Нажимаем кнопку «Вывести золото» и все. То есть, теперь получается нам ждать. Нам даже ничего не написали, типа, в случае того, если что-то будет, обращайтесь туда. Ладно, ну чё, давайте подождем. На часах у нас 18.12, уже 13. В общем, отправлю, так сказать, видеоответ, когда золото придет. A few moments later. Что вы что, вы называете вот это a few moments later? Вы чё, тупые? Нет, я, конечно, понимаю, что там, может быть, запросов много, но, господи. Так долго ждать, это жестко. Но слава богу, что хотя бы вывели. То есть они уже не кидают. И можно сделать вывод, что они не кидают. И я человек капитан очевидности. Короче, если вы хотите обменять голду, то как минимум 100% вариант пойти сюда. Если вы не знаете других проверенных источников.
Спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. И я бы хотел, чтобы у меня купили рекламу, но у меня 6 подписчиков на третьем канале. Ой, я случайно спалился, что у меня это третий канал, но неважно. В общем, ну, удачи. И помните, что... Не попадайте, блин, на мошенников, а то они всю вашу лавеху отберут. Пока. И да, записывай тихо, потому что у меня родители спят.